Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим, как всегда создавать резервную копию документа Excel. Бывает такое, что, например, вы сохраняете свой документ или что-то не успели сохранить, и потом ищете свои сохраненные данные, но их у вас нет. Вот, соответственно, вам на помощь придет резервная копия, которая будет сохраняться при сохранении вашего документа. Вот, как же настроить резервную копию, я сейчас вам покажу. Соответственно, мы с вами заходим в Excel, документ, который мы с вами хотим там сохранить, в котором мы с вами работаем, нажимаем «Файл», нажимаем «Сохранить как», вот, и здесь мы с вами нажимаем «Обзор». То есть в обзоре вот наш документ, да, вот, дальше мы с вами переходим сюда, «Сервис», и нажимаем «Общие параметры». Нажали «Общие параметры» и ставим галочку «Всегда создавать резервную копию». Нажимаем «Ок». И теперь при сохранении вашего документа вот у вас будет сохраняться резервная копия, по которой вы сможете потом восстановить документ. И вот после того, как мы с вами создали резервную копию, соответственно, она появляется там же, где появляется ваш документ. То есть вот наш документ контент-план, и появилась резервная копия контент-план. То есть мы с вами ее также просто открываем. Нажимаем «Да». Ну и, соответственно, у вас открылся такой же документ, как был и, в принципе, до этого. Вот. На сегодня все. Еще раз хочу вам сказать, что данный способ пойдет для Excel от 2013 версии до версии 2021, ну, сейчас на котором я работаю. Вот. С вами был Алексей про IT. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, и всем удачи, всем пока-пока.